Всем привет, с вами снова Левак Фалкон, и сегодня я продолжу покрыть Crash Bandicoot Ancient Trilogy. Это вторая серия на сегодня. Как я и говорил, походим в третью часть. Что ж, погнали. Ну и потом лишь прошу вас прожать этот лайк лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, вступайте в ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете прожать канал донатом, все ссылки в описании. А мы начинаем. И что, что у нас это... Backlight. Идем, что это такое? Light это свет. Так, погнали. Блин. Ну, вот угольчошим, но посмотрим, как все пойдет. О, кружится железо на светочках. Весело. Чекпоинт, погнали. Просто надо походить очень-очень быстро. И вот сюда, как понимаю, можно в любой момент уйти. Так оно и лезть. Погнали. Обидно. Я правильный вариант прыгнуть вот так вот. Самый правильный вариант. Чекпоинта мы дошли. Самое крутое, погнали. Это очень чудово, что волны. Чекпоинт. Отправляемся в бонус. Как же темно. Будем пытаться походить. Ну дальше могли пойти. Ну, знаешь, я пришлось забить все, чтобы пойти, потому что очень темно без светляка. И погнали дальше. Ну давай еще. Достал, взяли. И даже тяпнули. Чекпоинт. И тупо уволен. Но было трудно. Еще нас ждет финальная битва с доктором Колтексом.
Загоняем, может быть, потом вернёмся, может быть, потом нет. Когда я говорю, пока идем чисто по уровням. Что-то они нам говорят. Пока чисто выжжёт Ковтекс. I'm sorry. This is the part where I'm supposed to be angry. Full of rage. Incensed beyond belief. Once again, you have outsmarted and outspun my best henchmen. I should be rather upset, shouldn't I? In fact, we're furious. But it seems you are not quite little orange delivery boy. Now that you have gathered all the crystals, all we have to do is take them from you. Аж погнали. Маски шатаются между собой. Толкнуть бы еще. 1-0. Но Ункука его ощущает и бой продолжает. Только теперь маски еще сильнее крутятся. Он еще мину будет кидать своим. Иди в ляму свою. 2-0. Это, наверное, будет капец как сложно. Погнали. Похоже, нам также еще могут навлечь и маски. И мы об маске чисто. А так я бы пошел бы его сейчас. Тож, ну попробуй еще лечь. В яму. И что даже самое сложное, это именно уворачиваться от машек, нежели от его пуль и мин. Это будет тяжко, но пойти можно. Плане шло. А так они были очень даже и близко. Хорош крутит шло, что меня. Обнаглевшее создание. Сталкивать его. Побежден.
плюс получаем. Это бег еще нам вдобавок. Что ж, игла, можно сказать, завершена. Ну как, она так-то не завершена, вот нам покажут. Maybe I should retire to a nice big beach with a nice big drink and a woman with nice big bags of ice for my head. It's not over, Bandicoot. There are still the Thames. Это уважают они. А вообще, о, мне повойдено. Жаль, там скрыты, которые я сказал, но потом оставил. Ко мне и все такого. Значит, на следующей неделе мы уже будем проходить четвертую часть. Хорошо, ну, сохранимся. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете подписать канал Донат. Все ссылки в описании. Всем пока!